Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на просторах канала Board Games Arena. Меня зовут Алексей, и мы начинаем серию роликов по игре Magic the Gathering, посвященных игрокам, только собирающимся или начавшим играть в эту замечательную игру. Налейте себе напиток по вкусу, садитесь поудобней, а мы начинаем. Приятного вам просмотра! В первом нашем ролике я назову 5 причин, по которым вам стоит начать играть в магию. И первое — игре 25 лет. Wizards of the Coast и непосредственно создатель игры Ричард Гарфилд вот уже 25 лет совершенствуют и развивают эту игру. И с каждым годом она приобретает все новые механики, изображения и, конечно, новых игроков. И, собственно, 25 лет — это четверть века, а не каждая игра способна выдержать испытание времени. Следующее — это миллионы фанатов. По последней переписи магического сообщества в игре несколько миллионов игроков. А это значит, что вы сможете найти среди них и хороших оппонентов, с которыми сразитесь, и даже друзей. Также стоит помнить, что Magic the Gathering — международная игра, и приехав отдыхать, например, в Испанию или на Гоа, вы сможете там найти место, где отлично проведете время и найдете новых знакомых. Следующее — это сюжет. Мы все с вами читаем книги или интересную литературу. Вспомнить «Властелина колец» с его хоббитами и орками, так и в магии вы сможете найти для себя интереснейший сюжет. И каждый игрок в магию сможет найти любимых героев и антигероев, побывать в разнообразных мирах и стать свидетелем интересных приключений. И все эти рассказы сопровождаются отличными изображениями, которые помогут вам еще больше погрузиться в историю миров магии. Следующее — это радость от игры. Данная игра сочетает в себе и стратегию, и логику. Принимать в ней решения с одной стороны сложно, ведь ошибка может стоить вам партии, а с другой вы всегда сможете экспериментировать и находить новые возможности для победы. И вы знаете, как же в нее офигенно играть. С друзьями, с другими игроками, на кухне, в клубе, в сауне, во время других интересных занятий. Вообще играть в магию — это настоящее удовольствие. Следующее — это простота освоения. Игра становится прекрасной тогда, когда она сочетает в себе не только интерес и сюжет, но и простоту освоения правил. Они, с одной стороны, должны быть сложными, чтобы играть было интересно, а с другой стороны, простыми для понимания, и Magic the Gathering полностью соответствует этому. Каждую новую игру вы можете открывать для себя скрытые правила и узнавать новые и новые грани и возможности этой великолепной игры. До встречи на просторах Board Games Arena!